заехать на вторую. Я воткнулась в нее и так хоп, аварию. Любишь Стива и Маквина, я поклонник Джеймса Дина. Любишь ты Антониони, я Тарковского поклонник. Любишь Стива и Маквина, я поклонник Джеймса Дина. Что ты скажешь про Прицкова? А, понятно. Я все поняла. Дроп на дропе. Дроп на дропе. Пить вино в театре, а завтра, а завтра, а завтра я
Я не знаю, но вместе нам точно будет интереснее ждать. И опять попадаем в ловушку, где надо искать дорогу из этого стрёмного места, где мы не интересны, где мы так бесполезны. Ведь все вокруг танцуют, пьют и веселятся. Ты самая красивая, но так не хочешь танцев. Музыка ужасная, да и одно так скучно. Ребят, мы не... Гош, Вер, что скажете про приколы? Нет снега. Да, я понимаю, да, я тоже такого же мнения. Свои вещи в клочья. Не знаю, что точно ты хочешь, но уверен, что смогу тебе помочь. И ты ночью постой, дома полный отстой. Здесь, конечно, не лучше, а значит, не будем друг друга мы мучить. Единственный случай, когда тебе со мной точно будет не скучно.